почему вот это у меня работает, значит, компрессор так, с холодильником. Сейчас мы его увеличим. Вот так вот, чтобы понятно было. Вот. Вот она, видите? Значит, смотрите, как работает холодильник. Вот компрессор. Компрессор. Видите? Вот крестиком. Значит, компрессор начинает нагнетать, работать. А внутри в трубках газ фреон вот здесь. И вот он погнал. Значит, отсюда вот. Вернее, нет. Отсюда он погнал, значит, по трубкам. По трубкам погнал, значит, на радиатор, вот то, что греет. То есть он сжимает фреон, и фреон становится горячим. Идет вот выделение тепла. Видите, выделение тепла идет. Дальше он попадает, значит, капиллярная трубка здесь. То есть вот это тепло пропускается под давлением. Идет на испаритель. Испаритель у меня там бачок. И морозит. А здесь вот, здесь идет поглощение тепла с этого, с бачка. Поглощается тепло с бачка. И вот это тепло пошло опять в компрессор. И вот так вот гоняет. То есть по этой схеме можно строить, значит, обогреватели. Не только холодильники, а обогреватели. То есть конденсатор, вот эти трубки, это как батарея получается, видите? Как батарея. И греет отлично. То есть известно, значит, сейчас покажу. Известно, что холодильные установки, значит, выделяют тепла. Тепла выделяют. Выделяют тепла. Вот этот компрессор, значит, при нагнетании тепла получается, значит, намного больше, чем тратится электроэнергии. Вот это свойство и можно использовать, применяя вот эту вот схему, и строить можно, значит, обогреватели для комнаты, которые, значит, берут, значит, тока в 10 раз меньше, вот этот компрессор берет, чем дает тепла. Понимаете? То есть, оказывается, холодильник можно применять для обогревателя. Поэтому я использовал готовое. То есть можно, значит, брать от старых холодильников вот эту часть. И вот эти трубки, здесь вот газ нагретый уже, горячий газ. А дальше он через капилляры и охлаждается. Здесь он охлаждает, а здесь с этой стороны забирает опять тепло и опять по кругу. И так вот оно циркулирует. И получается КПД, значит, 1000-2000%. Смотри, какой холодильник, какой мощности. То есть КПД до 2000%. То есть, как вот у меня, я показал, тратят 100 ватт, нагрев идет на 1,5 киловатта, вот эти трубки. Чем больше этих трубок, тем горячее будет. Спасибо за внимание. Желаю всем здоровья и успехов в труде и обороне.